So you don't want to just kind of wander off. You want to
through the closed eyes, keep the focus on the thumbs. Когда вы закроете глаза, вы не растворяете свои мысли, вы должны все время держать фокус на ваших больших пальцах. And sometimes you see through the closed eyes, the thumbs turn into white swans. И иногда большие пальцы через закрытые глаза выглядят как белые лебеди. And that's where the meditation got its name from. И это поэтому так называется белый. Okay? You just inhale sat, exhale na. И дышите спокойно на вдохе сат, на выдохе на. Long deep breathing. Глубокое спокойное дыхание. Then we'll lie on the back and relax a bit. Okay, so bring the thumbs up like so. Поместите руки вот так. My eyes are open, looking at the thumbs. Раскройте глаза и смотрите на большие пальцы. And I'll tell you when to close them. И я вам скажу, когда закрыть их. Good straight spine, pull a good neck lock, that'll help you keep the posture. Вытяните позвоночник и вытяните шею, прижмите себя слегка. Now close the eyes, into the closed eyes, look at the thumbs, just breathe long and deep. Теперь закройте глаза и смотрите на ваши пальцы через закрытые глаза и дышите глубоко и спокойно.
через закрытые глаза смотрите на большие пальцы. Exactly. Расслабьтесь на спине.